Еще одним инструментом для подсобки в самостоятельной работе является кольцо. Его часто используют в китайских различных системах. Движение достаточно простое. Вперед, назад. Оно позволяет держать плоскость или изменять угол. Это мы можем делать как пустыми руками, то есть то, что мы наблюдаем в Южном Богомоле, либо Винчунь, так и с ножом. Укол, порез. Порез, порез, порез. Укол, порез, порез. То есть уже задаем угол, выходя прямо. Также работаем и в обратном направлении. Укол, порез, порез, порез. Сверху, сверху. Укол, порез, порез. Сверху, сверху. Укол. Точно так же мы можем работать обратным хватом. Прямое кольцо, зацеп, зацеп, укол, зацеп, зацеп, укол. И в обратную сторону. Укол, порез, зацеп, зацеп. Кроме того, для повышения выносливости мы берем утяжелитель. Для боксеров сейчас придумали специальный инструмент. Это самый дешевый вариант. Либо из металла заказываем само кольцо, либо берем гантели. Крутим вперед. Крутим назад. И точно так же при движении вперед один вектор. Либо начинаем задавать углы. Что вперед, что назад.